Парус! Рифма селя и промселя! Ответ, ромалый ход! Леселя отдать! Вперед! Отдать! Нагитовы! Все долой! Отдать, якорь! Тамплиеры хотят понять природу этих артефактов. Их шпионы обращались ко многим ученым-людям в Нью-Йорке. Мудрецов моего народа тоже расспрашивали? Да, манускрипт видела уже половина города. Но никто так и не смог понять, что в нем написано. Хотя есть имя. Мы узнали, что манускрипт прислал Лоуренс Вашингтон. Лоуренс Вашингтон. Делец-политик из Виргинии. Один из высших тамплиеров. Да, я слышал, он вернулся из Вест-Индии. А его мажордом забирал странную посылку. Значит, скоро посылка будет у него. Шей, выясни, что в ней, и найди Вашингтона. И разузнай как можно больше. Подготовлю Морриган. Удачи, и мы выйдем прямиком на него. Удача — это миф, Лайм. А Вашингтону ее не хватает. Есть. Есть. Корабль! Ну что же, затаимся. Лоуренс Вашингтон — богатый делец. Рабовладелец, тамплиер. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе. Но я не мог проверить. Так. Так, по-твоему, выходит, что он связан с кражей артефактов, да? Не исключено. Гаити недалеко от Барбадоса. И возвращение Вашингтона в колонии явно связано с артефактами. Контроль тамплиеров в колониях недопустим. Как бы ни было, Лоуренс Вашингтон должен умереть. Я позабочусь об этом. Капитан, блокада! Нам не пройти. Шей, догоняй корабль по суше. Понятно.
А ты проведи Морриган в обход. Понял. Найди сверток и Вашингтон. Нас сносят прямо на камни! Все в порядке. Тоже мне блокада. Господи! И помни, что я сказал. Вашингтон должен умереть. Есть. You. You stay right there.
Ну. Так, и что это? Ружье? Эй, ты! Стой! На месте. Невероятно. Оно беззвучное. Благодарю, мастер Вашингтон. Как-то это странно. Не такого я ожидал. Найду Вашингтона и расспрошу его. Отличный прием, не так ли? Да. Мастер Вашингтон превзошел себя. У него нездоровый вид. И кашляет все хуже. Приглашение. Прошу. Что-то случилось? Пока нет. И не случится, начнется. Как ваши плантации? Плохо. Случилась эпидемия кори. Умерло уже 20 рабов. Сочувствую. Спасибо. Я взял долги, чтобы привезти сюда мир. Надеюсь, эта партия будет покрепче. Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Богач и занимается политикой, да? Ха, как и половина гостей. Сначала надо найти Вашингтон. Артефактами займу потом. Может, тебе все же стоит прилечь? Все нормально, Джордж.
побудь радушным хозяином. Спустись в винный погреб, принеси что-нибудь для гостей. Ладно. Господа. Мой брат, светлая душа в царстве теней. Моя последняя просьба перед смертью. Оставьте Джорджа в покое. Он не имеет никакого отношения к делам Ордена. Мы выполним ваше желание, сэр. Благодарю, господа. Мастер Смит, вы готовы отправиться в путь? Да, сэр. Я вернусь с ответами. Мастер Уордроп, вы раскроете тайну манускрипта. Да, сэр. Скоро мы все поймем. Что ж, тогда за дело. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Опоздал, ассасин. Разрушить планы тамплиеров никогда не поздно, мастер Вашингтон. Но мои планы воплощаются в жизнь. Ты пришел сюда. А значит, у моих союзников есть время скрыться. Спасибо за столь быструю смерть. А тебе спасибо, что раскрыл свои замыслы, коварный змей. Вот черт! Надо бежать. Лайм, надеюсь, ты привел корабль. I have a clear shot! Got a shot! Got him inside! Это что, мортира? Это не смешно. С кораблем, доложить. Еще пару... Лоуренс Вашингтон мертв.
Ты разочарован. Он был настолько болен, что сам умер бы через месяц. Еще там были два тамплиера. Работали с манускриптом и шкатулкой. Артефакты у них? Не знаю. Возможно. Ты сделал для братства то, что должен. Найдем их. Выше нос. Мы не часто доставляем тамплиерам столько бед. Ну да. Но Лоренс Вашингтон, похоже, не слишком большая потеря для них. Или они хотят, чтобы ты так? Воспоминание разделено. Сколько времени прошло? Пара месяцев. Вирус перекрыл доступ к полным воспоминаниям. Все перемешалось. В колониях скоро начнется 7-летняя война. Все внимание на ассасинов. Сделаем, что сможем. Верно? В поместье так мрачно с тех пор, как мисс Абигайль и Коннор умерли. Да. Я видел, как Ахиллес плачет. Разумеется. Да, но он же не грустит. Он в ярости. Я не понимаю. Справляется с потерей. Как и все мы. Я знаю, но столько времени прошло. А мы только и делаем, что ищем чертову шкатулку и манускрипт. Охотник знает что-то о шкатулке. Они, шевалье, ждут нас в Сен-Джон. Шевалье, да? Ну вот, теперь я снова безутешен. Ахиллес сказал, что с артефактами можно попасть в места силы. О чем это он? Сам толком не понял.